Здравствуйте еще раз, это по-прежнему курящий из окна, и это, наверное, будет наша 7-я серия по игрушке Машинариум. Причем записывается она сразу же после окончания 6-й. Я сейчас выкладываю 6-ю серию, и я уже очень даже сильно злой. Потому что я понял, что в 6-й серии у меня тоже было пропадание по видео длиной примерно 1.5 минуты. Из чего я сделал вывод, что все-таки надо свои серии делать короткими, по крайней мере длиной не более чем в 30 минут. Потому что пока они были короче 30 минут, они были нормальными. Как только стали длиннее 30 минут, так сразу же стали пропадания по видео. Сейчас я все-таки стараюсь. О, ха-ха. Получилось, слушайте. Эта птичка отдает нам кусочек пазла, и сейчас мы будем делать короткое замыкание. Да, довольно сложно было пытаться понять, чего от нас тут хотят, потому что двигать этот проводок нужно в очень определенном... как это называется? С очень определенной частотой вниз-вверх, и понять это действительно довольно сложно. Ну а сейчас мы загнем цепь и посмотрим, что из этого получится. Пока что кроме звука ничего не получается. Наверное, нам сейчас надо кошку дернуть. Потому что на этом экране, по-моему, нам делать больше нечего. Наверное, она прыгнет куда-нибудь на провода. Странно, нет. Что ж тогда делать-то, а? Ага, сюда нам нельзя. Сюда нам нельзя. Ладно, пойдемте вниз тогда. Может, мы сюда сумеем пройти? Я уже абсолютно не помню, что нам говорилось в подсказке. Что мы здесь сможем сделать. Так что... буду пытаться делать хоть что-нибудь, как обычно. Угу. Ну, типа, вот так вот мы вырубаем электричество. Так мы его снова врубим. А что от этого меняется-то? По сути, у нас вот здесь вот появляется напряжение, да? О, да. А чем нам это поможет? Абсолютно не понимаю. Что ж нам... А, ну вот у нас маленькая подсказочка есть, да. Нам надо замкнуть кошку. Наверное, нам для этого надо подвести электричество на вот этот заборчик. Но как это сделать? Так оно не тянется. Так мы просто себя замыкаем. Если сделаться повыше, тоже ничего. А птичка больше за нами не ходит? Может, нам выпрямиться наверху надо будет, чтобы птичка выпрямилась? Может, тогда кошка споткнется об эту птичку? Хотя все равно у нас контакта нету между этим проводом и этим заборчиком. Странно. Как всегда, странно. Чё-то, чем дальше я смотрю на свое видео, тем все тупее и тупее у меня появляются комментарии. Вначале я хотя бы пытался что-то делать, а сейчас... Ага. Но-но-но-но-но-но-но! Ага. Все равно не хочешь. Что мы тут сделать-то сможем, а? Может, здесь еще чего-то надо замкнуть или еще что-то? Ну вот у нас снова кошка появилась. Ага. Но мы же тут ничего не можем. Только вниз, а вверх. Отличие этого робота... Нет, не залезай. Отличие этого робота мы тоже никак не можем. Нам надо все-таки как-то привязать этот конец к этому забору, но... каким образом?
так ты тоже не хочешь. Совсем не хочешь. Может, я чего-то забыл по дороге подобрать? Угу. Но сюда-то нас тоже не пустят, да? Пока что. Да, тоже не пустят. Росток у нас явно не сюда. Как всегда, наверняка, какая-нибудь мелочь нужна, которую фиг заметишь еще, да? Мне почему-то так кажется. Угу. Ну так мы снова разомкнули цепь. И что дальше? По сути, ничего не изменилось. Птичка по-прежнему сидит, и кошка по-прежнему сидит. Угу. Нет, так мы никак себе не поможем. Это нам трогать тоже нельзя. Этот мегафон тоже явно не сюда. Этот мегафон нужен будет в каком-то другом месте. Куда ж вас втыкать-то всех, а? Вроде все понятно, а вроде непонятно нифига. Может, я тут сумею чего-нибудь когда длинный сделать? Сначала замкнем цепь, все-таки мы этого ждали. Ну и по логике у нас ток идет только на этот проводок. Может, мы так задеть сумеем? Не залезай сюда. Может, мы через эту трубу тоже потом сумеем вылезти, а? Может, мы что-то в другом месте все-таки можем сделать? Дайте я все-таки снова пройду эту игрушку. Я уверен, что вам это будет не очень интересно, потому что вы уже видели, как я ее проходил до этого, но... Я сейчас не могу никак сообразить, что мне надо. Эта игрушка короткая, я думаю, она не особенно сильно будет вас отвлекать. Если я ее пройду с первого раза. Но если не пройду, то... Не буду пытаться сейчас, попробую как-нибудь другой раз. Тут главное все рассчитать, чтобы... Не удариться об верха. Не удариться об низа. Да, по-моему, этот экран я уже проходил. По-моему, это повтор. Так что будет еще проще. Главное сейчас всех застрелить. Сволочь. Да, главное не отвлекаться. Ладно, еще раз. Может быть, даже в полнейшей тишине, чтобы не было ничего такого. Не было ничего, на что я могу отвлечься. Только паучки, только ключик. Да, паучки вверх не умеют подтягиваться, насколько я успел выучить, так что... Бояться его не стоит и спускаться вниз, чтобы по нему выстрелить. Вот поэтому вот можно и выстрелить. Поэтому тоже. Хотя можно было пройти и поверху. Поверху он тоже проходился вроде. А, вот этот вот сложный. Он и вверх, и вниз прыгает. Ай, зря я так пошел. Сейчас надо, наверное, спуститься вниз, постараться их всех быстро застрелить. Да. Сейчас непонятно. Ну давайте вверх. Еще одного застрелил, даже не успев заметить. Но я думаю, это уже самый конец практически. Если нас сейчас не убьют, то я сумею пройти это. Музыка нравится, такая и расслабляющая, и энергичная довольно. В таких даже не знаю каких мотивах. То ли медитация, то ли мечтательность, то ли еще что-то в этом же роде. Сейчас нам дадут посмотреть книжку, и я все-таки пойму, что от нас хотят, потому что мне действительно обидно уходить с этого экрана, ничего не поняв. Да, ну вот, мы подобрали этот кусочек пазла, всунули его, собрали. Да. Ничего не понимаю.
Какой я тупой, слушайте. Проводок-то надо привязывать, когда нету напряжения на проводе. Во я электрик, самоучка. Действительно, надо включать логику иногда. Все, теперь я понял, как здесь действовать. Ну и дальше кошка замкнет цепь, мы что-то возьмем от кошки, и сумеем пробраться в этот зал. Наверное, тогда я и закончу серию, серия будет коротенькая. Назовем ее «Разборки с кошками». Чтобы как раз проверить, будет у меня выпадение видео или не будет, если серия будет короткой. Потому что как-то у меня просто чисто не дошло, что вроде мы железные, и нам... Чё нам пугаться электричества? Ну, пройдет через нас и пройдет. Да, все. Вот на самых простых моментах иногда зацикливаешься сильнее всего. Снова замыкаем цепь. Ну и дальше уже по проверенному маршруту. Дергаем кошку. Какой я, не кошка, любивый. Ага. Смотрел бы и смотрел на это зрелище. Но похоже, нам надо снова вырубать электричество, и тогда она от нас не убежит, а просто упадет. Да? Да. Иногда кошка приземляется на все четыре лапы, а иногда приземляется всеми четырьмя лапами вверх. Ой. Прикольно. А если она очнется внутри, я чувствую, нам будет очень весело. Если честно, я не ожидал, что у нас будет целая кошка. И что нам с ней теперь делать? Нифига не понимаю. Только что смотрел на прохождение, а зачем я это сделал, уже не помню. Куда ж ей утыкать-то, а? А, может быть, кошкой надо этого робота испугать? Может, он нам даст что-нибудь? Я тоже сомневаюсь. Но кошка явно нужна только для этого экрана. Да? Что-то я помню, нам эту вывеску показывали. Явно эта вывеска здесь тоже неспроста. Но тыкать на нее нельзя. Может, нам надо на себя кошку использовать? Тоже нет. Птичка? Ага. Не, птичка до сих пор на нас реагирует. Тупники. Может, электричество снова надо дать? Наверное, кстати. А! Тоже нет. Что с тобой делать-то, а? Я прям представляю, как те, кто уже знает, что делать, смотрят и... Не то, что завидуют, а наоборот, просто в полной ярости мечут. Уж не знаю, что мечут, но... Представляешь, это не очень интересное зрелище. Давайте снова пройдем эту книжку. Вам-то хорошо, вы можете видео, если что, назад отмотать. У меня видео только в голове. Это видео очень быстро стирается в силу того, что все еще идут праздники.
Когда я хожу на работу, я хоть как-то пытаюсь думать. Думать мне там тоже абсолютно не хочется, но, так сказать, это вынужденная мера, иначе работать не получится. А вот сейчас вот именно такое обстоятельство, что я практически только сплю или только смотрю сериалы какие-нибудь. Кстати, насчет сериалов. Вышел новый сезон сериала английского «Шерлок», где несколько странной, конечно, адаптация Шерлока Холмса. Многим этот сериал не нравится за то, что Шерлок там несколько странного вида. Во-первых, молодой, во-вторых, странный. Ну а чисто как адаптация, там главное привыкнуть к тому, что происходит на экране, к этому миру воссозданному. И тогда он смотрится очень хорошо. Второй сезон меня очень порадовал. Я сейчас как раз пересматриваю первый и еще раз посмотрю второй. Господи, что ж от нас хотят-то, а? Ну вот, кошку я взял. И что? И что? Вот кошка упала. Мы ее замкнули. Ага. Ну вот, выключили электричество, она упала. Мы взяли кошку. Ага, похоже, дальше надо совать туда то, чего у нас пока что нету, да? Понятно. Единственное, о чем я волнуюсь, чтобы у меня опять серия не получилась очень длинной. Но эта серия, похоже, будет полным тупником. Так что смело меня извиняйте. Наверное, вам надо кошку использовать как-нибудь в другом месте. Сейчас по-быстрому проверю, куда можно использовать кошку. Но в книжечку так часто нельзя лазить. О, угадал. И что у нас из этого получится? Кошка прочистит? А, точно. Вот, теперь у нас получится концерт. Хорошо, что вы этого не видите, но я сейчас делаю примерно то же, что делает наш главный герой, только сидя. Хотя он тоже сидя делает. А. Ну, слушаем концерт. Даже не хочется в это вмешиваться. Ну и, наверное, на этой оптимистической ноте я буду заканчивать эту серию, которая, надеюсь, была короткой и такая экспериментальная на тему проверить, будет ли у меня отключение видео или нет. Надеюсь, она получилась короче 30 минут. Это был «Курящий из окна», и я заканчиваю. Интересно, они будут играть бесконечно или все-таки закончатся сами по себе? Так или иначе, музыка классная. Музыка будет бесконечная, так что все-таки подберу я приемничек, ради чего мы это и хотели сделать. Заменю в нем динамик. Или не заменю? О, заменю. Ну и все, пока.
Пока.